На центральной площади Махачкалы открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны». В церемонии открытия приняли участие представители МВД, Росгвардии, МЧС Республики и другие официальные лица. Организована выставка при поддержке Союза социальной справедливости России, а в Дагестане проходит при поддержке МВД по республике. Фотовыставка посвящена 75-летию Великой Победы и тем, кто, находясь в тылу, обеспечивал соблюдение законности в стране. Благодаря экспозиции дагестанцы смогут посмотреть уникальные снимки из архивов МВД России, которые рассказывают о вкладе советской милиции в борьбу с фашизмом. На выставке представлены также и современные работы, посвященные ветеранам органов внутренних дел.